Ладно, как говорится, счастье должно быть полным. Со Светой смеемся. А это мы вот... А яйца все не заканчиваются. Чем ты взбивала, миксером или блендером? Миксером. Миксером. Не взбивала, а просто размешала. Размешала, да. И соль обязательно, как сказать, закрепляющий материал или сахар. Ну, соль все равно, яйцо в тесто, все равно соли требуют для вкуса. И теперь вот пленочкой закроем их. Короче, смеемся, мы их душили-душили, а куры все несутся. Я имею в виду яйца душили-душили. Куры хорошие, все, скорлупа хорошая, цвета ровного, и вес хороший, 70 грамм, 80 грамм. В кастрюльке 30 яиц, вот мы их все мучаем, добиваем. Пленка и в морозилку, да? Формы хорошие, классные. Круто. Сейчас сложу все видео, поженю их, и будет один большой репортаж про яйца куриные. Всем добра.